Всем привет, мои дорогие зрители! Сегодня у нас обзор 100 ароматов. Вы представляете? Эти 100 ароматов, естественно, у меня либо в пробниках, либо в отливантах. Эти ароматы я не показывала вам ни в одном своем видео, но вы меня часто в комментариях про них спрашиваете, потому что это именно такие популярные парфюмы, популярные духи. И какие-то из этих ароматов я хотела бы приобрести, а какие-то я категорически не хочу приобретать. И расскажу вам почему. Сегодня у нас будет такой экспресс-обзор, естественно, подробно про каждый аромат я не смогу рассказать. Мы пробежимся по верхам, я расскажу, почему мне аромат нравится, либо почему мне не нравится. И я не знаю, насколько длинным окажется это видео, поэтому, возможно, я разделю его на две части. Итак, поехали! Если на видео будет шуметь вентилятор, вы меня извините, потому что сейчас такая жара, что снимать просто невозможно без вентилятора. И открывает наш обзор ароматов скандинавская фирма Byredo. Первый очень популярный аромат Byredo Blanche. Многим Byredo Blanche нравится этот аромат белой свежей рубашки. Мне больше этот аромат напоминает аромат какого-то стирального порошка. Именно поэтому я не хочу его приобретать. Здесь для меня слишком много химии, возможно. Так здесь играют альдегиды, потому что здесь на старте альдегиды, в сердце цветы и в базе древесные ноты. Но здесь слишком такие прям химические цветы, поэтому Byredo Blanche у меня не вызвал импульса его купить. Но аромат неплохой, но для меня очень химический. Следующий аромат от Byredo – Slow Dance. Это новинка. Это относительная новинка 2019 года. И вот этот аромат мне, кстати, понравился. Здесь коньяк, ваниль и ладан. Где-то я читала в каком-то отзыве, что кому-то это напоминает какую-то школьную дискотеку. Запах какой-то сладости с коньяком. Вот, возможно, что-то такое. То ли это в описании бренда было. В общем, Slow Dance я бы купила. Хороший аромат. Такой, знаете, коньячно-ванильно-цветочно-пудровый. С оттенками ладана. Следующий аромат Byredo Mojave Ghost. Призрак пустыни. Многие зрители мне его советовали, говорили, это любимый их парфюм. Здесь амбретто, магнолия, сандал, то есть такой цветочно-древесный аромат с оттенками амбретто. Да, такой неплохой, хороший аромат, тоже бы купила, но пока почему-то его у меня в коллекции нет. Нужно присмотреться. Byredo, призрак пустыни. Такой сладко-цветочно-древесный парфюм. Следующий аромат Byredo Flower Head. Клюква, лимон, жасмин, серая амбра и замша в базе. Ой, вот эта вот клюква-лимон на старте, она такая веселенькая, но это только так, знаете, маскирует вот эту серую амбру замши. Для меня здесь слишком тяжелая база. На старте более-менее, но Flower Head из-за своей базы серой амбры и замши отправляется в аутсайдер. Я такой аромат не хочу покупать. Следующий аромат Byredo Black Шафран. Здесь шафран, кожа, малина, фиалка, грейпфрут и древесная база кашмирана из выдуманного дерева кашмиран. Для меня, так как я не очень люблю такую прям насыщенную кожаную базу в парфюмерии, здесь слишком много вот этой кожи замши, поэтому Black Chafran Byredo отправляется в аутсайдеры моего парфюмерного шкафа. Следующий аромат Byredo Роза нечеловеческой земли, Rose of No Man's Land. Здесь роза с малиной, папирусом и амброй. Этот аромат действительно прям не пахнет такой насыщенной розой. Для меня это такой хороший аромат со словом в розовом названии, который ароматы я абсолютно обхожу стороной. Такой хороший, ненавязчивый, такой цветочно-малиновый парфюм. Но он очень приглушенный, знаете, такой деликатный, благородный. То есть это прям такая какая-то парфюмерная вуаль. Я люблю парфюмерию более насыщенную, поэтому тоже мимо. Byredo Rose of No Man's Land. Следующий аромат я тоже хочу приобрести, но мне не дает здесь насладиться прям такой насыщенностью. Это Byredo Библиотек. Слива персик, фиалка пион, кожа в базе, мускус. Хороший персик со сливой. Кто вот ищет такие персиковые парфюмы, которые бы не пахли прям такой химией конкретной. Приглушенный, такой деликатный аромат Byredo Библиотек. Но я все-таки больше люблю насыщенную парфюмерию, поэтому пока думаю, нужен мне такой аромат или нет. Следующий аромат Byredo Gypsy Water. Цыганская вода. Можжевельник, лимон, иглы сосны и сандаловая ванильная база. Действительно, чувствуется лимончик с хвоей. Я хвойные ароматы не люблю, поэтому Gypsy Water мимо меня. Следующий аромат удивления, потому что Byredo Pulp очень все любят, все его хвалят. Но первая ассоциация, которая пришла ко мне на ум, когда я его понюхала, что это пахнет какой-то, знаете, теплицей. Куда ты в жару заходишь, и вот эта ботва помидоров так пахнет.
Хотя здесь черная смородина, красная ягода, вот инжир, вот этот инжир, выдает здесь такую, знаете, ботву томата. Для меня это пахнет какой-то теплицей, абсолютно такой антипривлекательный аромат. Для меня я такой аромат не поняла. Поэтому Байреда Палп мимо меня. Следующие популярные духи в моем сегодняшнем глобальном экспресс-обзоре 100 ароматов – это будет парфюмерный дом Фредерик Маль. Многие меня также спрашивают про парфюмы, какие мне нравятся, какие не нравятся. И сейчас я вам расскажу про 10 парфюмов Фредерик Маль. И первый парфюм – Бигарейт Концентрейт, или как-то так. Я не знаю, как правильно это произносить и что это значит. Здесь сено, трава, горький апельсин и роза. Для меня какой-то невнятный апельсин. Апельсин, возможно, дан осенне. То есть зачем платить такие деньги за сено с апельсином, я не понимаю. Поэтому аромат сразу мимо меня. Следующий аромат Фредерик Маль – Промес. У меня здесь даже несколько миллилитров. Здесь роза во всех ее видах. Яблоко, пачули, гвоздика, ладан, абораксан и кастериум. Пахнет чем-то, знаете, каким-то банным комплексом, каким-то деревянным домом. Возможно, даже церковью пахнет, потому что здесь прям такой насыщенный ладан. Эти 3,5 мл мне подарили при покупке маск-кровожор от Фредерик Маль. Я покупала флакон, потому что аромат такой заманчивый, мне понравился, хотя он очень такой спорный в ношении. Но вот этот промис мне не понравился. Слишком много ладана, слишком много какого-то такого дерева, древесной смолы для меня, я его не поняла. Следующий аромат, очень популярные духи, Фредерик Маль, Портрет оф Леди. Здесь также сильный ладан, гвоздика, роза, корица и сандал. Вот, запах таких ароматических палочек сандаловых мне напомнил этот аромат. Что-то такое, знаете, восточное, индийское, какой-то, знаете, такой аромат для медитации на тему палочек благовоний, но тоже не мой вариант. Этот популярный аромат, популярные духи меня не зацепили. Следующий аромат Фредерик Маль – Данстес Брас. Здесь фиалка, сосна, мускус, кашмиран. Очень много древесных нот, также ладан и жасмин. Опять же, я не люблю такие прям совсем древесные хвойные ароматы, поэтому Данстес Брас тоже мимо меня. Это такой аромат какого-то пудрового леса. Мне такие ароматы не очень. Следующий аромат Фредерик Маль – Music for a While. Здесь лаванда, анис, ананас, герань. Такой какой-то интересный аромат. И хотя парфюмеры все время разные у Фредерика Маля, но вот какой-то ДНК бренда присутствует. Возможно, одни и те же, одно и то же сырье делает эти ароматы друг на друга похожими. И все, знаете, больше-больше уходит в какой-то ретро. Я такие ароматы не люблю. Поэтому Music for a While, ананас с сахаром, с анисом и с лавандой. Вот мне кажется, здесь лаванда лишняя. Она добавляет какой-то такой кислин. Кислинки здесь не нужны. В общем, аромат мне бы понравился, если бы здесь не была вот эта лаванда, которая, она прям здесь такая химическая, и она прям здесь выпирает и не дает насладиться всем букетом. Поэтому мимо меня. Следующий аромат Фредерик Маль Карнер Флауэр. Это аромат про туберозу. Но здесь добавили эвкалипт. Зачем они это сделали? Жасмин, также кокос, иланг-иланг, бергамот и белый мускус. Это, я бы сказала, такой самый легкий аромат из ароматов парфюмерного дома Фредерик Маль, Карнел Флауэр. Такой, знаете, сухой, не сладкой туберозы. Вот тубероза, возможно, как она есть. Такая свежая, хрустящая, но не сладкая. Я все-таки люблю, когда ароматы немножечко сладенькие. Здесь сладости мне не хватило. Следующий аромат Фредерик Маль – Ирис Пудре. Альдегиды, лилия, жасмин, магнолия и куча древесных нот. Сандал, эбеновое дерево и так далее. Мне аромат не понравился, потому что я не люблю такие пудровые ароматы. И именно вот это такой пудровый, какой-то опять такой ретровый слегка аромат. Со словом ирис, так же как и со словом роза, я стараюсь ароматы не покупать, потому что ирис это обычно пудровый такой парфюм. Вот этот мне тоже не понравился. А пока я перехожу к следующей партии парфюмов, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Следующий аромат это Фредерик Маль En Passant. Это аромат про сирень и зеленые огурцы. Они здесь в составе, они здесь так и пахнут. Хорошая сирень, хорошие зеленые огурцы, но я что-то думаю, что аромат все-таки не тянет на свои деньги, да? Хотя Фредерик Маль и не виноват в том, что у нас такой курс рубля по отношению к валюте, потому что все-таки в валюте эти парфюмы стоят более-менее адекватных денег, если бы курс у нас был не такой дикий. Но обычный огурец. Ничего такого здесь я не слышу, чтобы прям вау. Тоже мимо меня Фредерик Маль En Passant. Это все ароматы нулевых, как Ирис Пудре, En Passant, Un Fleur Cassie, который я сейчас вам покажу.
Здесь мимоза, сандал, лист черной смородины, альдегиды, мускус. Опять же, эти альдегиды мимо меня. Альдегиды он флёр де пасси тоже уезжают мимо меня, мимо моего парфюмерного шкафа. И завершает квартет ароматов нулевых Фредерик Маль. Это Фредерик Маль Липстик Роуз. Ваниль, грейпфрут, малина, ирис, фиалка. Хороший аромат на самом деле, как ни странно, он мне понравился. И отдает на самом деле, знаете, такой запахом какой-то помады. То есть помада у нас делается из нефтепродуктов, какой-то такой нефтяной смолы, вот этого воска ненатурального. Как оно называется, минеральное масло, да, продукт нефтепереработки. Вот таким каким-то минеральным маслом это пахнет. Да, это пахнет, знаете, такой гигиенической помадой из СССР. Запах гигиенической помады из СССР, Lipstick Rose, вот здесь присутствует. Ну, такой на фоне других ароматов более-менее аромат, но носить бы такой я не очень хотела, поэтому тоже мимо меня. Следующие ароматы в моем обзоре – это ароматы The House of Oud. Вообще все, что связано с удом, и тем более, когда уд в названии парфюмерного дома, это все всегда мимо меня. Но у меня есть два любимчика, у меня есть два флакона этих ароматов. Один мой любимчик я прям использую в жару, это аромат The Time, поэтому здесь я его показывать не буду, я покажу его в другом видео про самые любимые ароматы на лето, которыми я пользуюсь постоянно. А сегодня я покажу три от Леванта, которые я заказала именно по отзывам и по составляющим. Я думала, что они мне понравятся, и они мне понравились в старте, но в базе они как-то не очень себя ведут, и поэтому я их не купила. Первый аромат это The House of Oud Keep Glazed. Здесь манго, кокос, имбирь, взбитые сливки, фруктовые ноты и мускус. Он для меня какой-то пустотел, этот аромат. Keep Glazed, да, это какая-то глазурь. И вот пустота внутри этой глазури я слышу в этом аромате. Для меня он какой-то недоделанный, как будто бы. Мне что-то здесь не хватает, он какой-то пустотелый. А для меня аромат, хотя в старте он мне понравился, но приобретать его не захотела. The House of Oud Keep Glazed. Следующий аромат Dates Delight. Он очень красив в описании. Здесь финики, корица, бобы тонко, мед, карамель. Но он какой-то слишком простой. Простой, как финик. И даже не такой прям сладкий. То есть тоже не хватило глубины. Поэтому хоть в старте он более-менее, но он очень тихий, абсолютно ненасыщенный, какой-то не очень аромат. Хотя, может быть, это разбавленный какой-то адливант у меня. Все может быть. Но, в общем, не зацепил. Хотя в описании финики, карамель должно было мне понравиться, но не очень. И еще один аромат, который мне понравился по описанию, это Just Before the House of Oud. Здесь шафран, дерево пало-санто, иланг-иланг, мирра, ваниль, сандал, бензоин, амбра. Также есть лимон. Он тоже какой-то, знаете, бесхарактерный. То есть он очень тоже тихий и как-то не запоминающийся. В общем, тоже мимо меня. Я купила The Time флакон и я купила Empathy флакон. Вот те два аромата мне понравились. Эти, хоть они и популярные, но мне как-то не очень зашли. Следующий парфюмерный дом у меня на обзоре это LM Parfums Лоран Мацони. Аромат Hysteric. Здесь мандарин, тирамису, жасмин, кофе, какао. Также есть виски и роза. Это знаете, что напоминает? Это такая конфетка, алкогольная конфетка, водка с чем-то. Очень приглушенный аромат, да, здесь чувствуется кофе, но также чувствуется и роза. Для меня он слишком тихий. И как-то пахнет действительно, как какая-то шоколадная конфетка, внутри которой алкоголь. То есть, как-то меня прям не вдохновил на его приобретение. Хотя тоже популярный аромат. Еще один аромат Лоран Мацони, Soleil Infidèle. Аромат на тему соли, здесь морская соль в базе. Лотос, дикая орхидея и жасмин. Да, это влажный аромат, да, это соленый аромат, но он опять же какой-то пустотелый и немногогранный, ненасыщенный. Как будто бы это какая-то заготовка под парфюм, но не готовый парфюм. Он мне тоже не понравился, меня не зацепил. Следующий аромат это L'Homme Parfums Aldeux, если я правильно произношу. Ну, в общем, язык можно сломать. Мускус, гелиотроп, жасмин на старте альдегиды. Я, знаете, и в Шанель-то не очень альдегиды переношу, а в других парфюмерных домах и подавно. Поэтому эти альдегиды мне не понравились. Тоже какой-то такой тихий, плоский, немногогранный, какая-то, знаете, такая порошковая пыль, как будто бы. Мне не понравился. Следующий аромат вот Леванте у меня это Essential Decadence. Все мы знаем, что есть Essential Orchid. У меня есть флакон, обожаю этот парфюм. Essential Decadence это более насыщенная версия Essential Orchid. Здесь тоже ваниль, иланг, гелиотроп.
В общем, обожаю этот парфюм. Это прямо как будто бы такое кофе со сгущенкой и со сливками. В общем, такая ароматная карамельная конфетка. С горчинкой такой, чуть-чуть горчинки кофе. Присутствует тоже, возможно, когда-то его приобрету, но пока пользуюсь Essential Orchid. Но Essential Decadent тоже хороший аромат. И завершает аромат именно Лоран Мацони. Это Kingdom of Dreams, королевство мечтаний. Здесь ладан, мускатный орех, черный перец, пачули, кедр. Вообще, это аромат, знаете, кожи. Вот, хотя кожи здесь в нотах нет, для меня это просто какое-то новое кожаное изделие. Не люблю кожаные ароматы, поэтому тоже мимо меня. Лоран Мацони, Kingdom of Dreams. Так, вы считаете, сколько я уже ароматов назвала? Напишите мне в комментариях. И ставьте лайк за мое упорство, потому что я все-таки хочу дойти до 100-го аромата. Сейчас будет 28-й. Initio или Initio Side Effect. Вообще вся парфюмерия Initio, она считается такой психоделической, эзотерической. И она так и пахнет, необычно. Side Effect – это аромат на тему рома, ванили, табака и корицы. Да, здесь все это присутствует. Для любителей вот таких табачно-ванильных ромовых ароматов, возможно, для мужчины, как мужской аромат, хороший, Initio Side Effect. Присмотритесь, кто любит вот такой ром с табаком и с ванилью. Следующий аромат – Rehab Initio. Я часто его упоминаю в своих обзорах. На этот аромат похож аромат Spice Bomb. Вот здесь вот про него рассказывала. Rehab – это такая благородная лаванда на такой древесно-мускусной базе. Мне этот аромат очень нравится. Это больше, наверное, все-таки в мужскую сторону, мужской аромат. Но вот есть Spice Bomb, он практически один в один, а цена на Spice Bomb, по-моему, раза в три ниже, чем на этот, за 100 мл. Но этот, естественно, более такой нежный, деликатный, более такой благородный, но они очень похожи. И еще один популярный аромат – это Psychedelic Love Initio. Этот аромат похож на Attar Collection. Напомните мне, Azora или Azalea. На Azalea, по-моему, да, похож? Только Attar Collection более такой прям громкий, выпинывает дверь с ноги. А этот более благородный, но они очень похожи. Тоже такой аромат, где красивая мира с сандалом в базе. Я вообще не очень люблю сандал. Но здесь такая прямо деликатная, благородная мира со сладостью эланга и гелиотропа. Поэтому тоже хороший аромат Psychedelic Love и Initio. Следующий в моем обзоре ароматы Diptyque. Первый это Diptyque Oujeda. Это туалетная вода, здесь прям такие насыщенные цитрусы. Вы прям распыляете мандарин. Мандарин, лимон, лайм, и все это на такой древесной базе. Здесь еще в сердце чабрец, которого я не чувствую. Но это такой мандариновый парфюм, то есть как бы просто пахнуть мандарином, это не очень интересно. Поэтому вдыхать такие ароматы мне нравится, но пользоваться такими ароматами я не очень люблю, поэтому тоже мимо меня. Еще один популярный аромат у Diptyque – это Diptyque Tamdao. Здесь сандал, амбра, специи, дерево, белый мускус, кипарис, мирт и роза. Кстати, наверное, как и все остальные парфюмерные дома, можно смешивать ароматы. Если Oujeda смешать с Tamdao, получится интересный аромат. Но по отдельности они мне не нравятся. Это что-то такое бесхарактерное. Даже не могу вычленить, что здесь. Ну, наверное, какая-то древесная все-таки база здесь превалирует. Поэтому тоже такой аромат ненасыщенный мимо меня. Хотя он очень популярный. Еще один аромат Diptyque – Fleur de Peau, аромат на тему кожи. И опять же, как ароматы Diptyque, они такие все, знаете, воздушные, природные, они очень близко приближены к природе. Тоже мне не хватает насыщенности, поэтому тоже мимо меня. И еще очень популярный аромат у Diptyque – это Diptyque Philosophicus. Здесь зеленые ноты, инжир, кокос и также древесные ноты. Это, знаете, похоже на Pulp Pyreda, то есть там прям такая активная ботва из теплицы. Здесь это же ботва, то есть так выдает себя инжир. Здесь это же ботва, но она не такая активная. Я такие ароматы не люблю и такие зеленые ноты тоже не люблю носить, вдыхать, поэтому тоже не мой аромат. Следующая группа ароматов будет Tom Ford. Табака Ут Tom Ford. Табак, ут, сандал, пачули, ладан, бензоин. Возможно, очень хороший аромат для мужчины, который любит, опять же, такие табачные напевы. Здесь нет сладости, есть дерево, древесные ноты. Поэтому для мужчин может быть, но я не люблю такие ароматы, здесь нет сладости. Следующий аромат Tom Ford Venetian Bergamot. Это, получается, венецианский бергамот. Бергамот, имбирь, много перца, бобы тонко, амбра. Очень хороший аромат для мужчин. Но так как я не очень люблю цитрусы, прям такие настойчивые цитрусы, для меня я не вижу этот аромат на женщине. Но для мужчины, почему бы нет, венецианский бергамот Tom Ford тоже может быть такой свеженький цитрусовый парфюм.
Следующий аромат я очень люблю, Tom Ford, но у меня нет флакона, это Tom Ford Fabulous. Здесь миндаль, лаванда, кожа, как ни странно, бобы тонко и много разных древесных нот. И мне этот аромат очень нравится, я больше вижу его все-таки на мужчинах, но он такой все-таки немножко ретро отдает, я долго думала, купить мне его, не купить, все-таки, наверное, не буду его покупать, потому что он какой-то очень напористый. Возможно, он летом так себя ведет, потому что зимой он мне очень прямо нравился, нравилось его вдыхать. Возможно, еще раз его попробую зимой и, может быть, себе приобрету когда-нибудь, а может быть и нет. Но, в общем, такой аромат, над которым я до сих пор думаю, купить или не купить, но он мне нравится. Что-то в нем меня привлекает. Еще один аромат Tom Ford – Lavender Extreme. Естественно, здесь превалирует шалфей с лавандой. Лаванда здесь химическая. Это, знаете, прямо как такая масло лаванды вот за 5 копеек, которое продается, оно именно так пахнет. Поэтому Tom Ford за десятки тысяч рублей за лаванду я бы не стала платить. И запах мне не нравится. Это просто какое-то такое дешевое масло лаванды из аптеки. Поэтому мимо меня. Следующие ароматы – это ароматы фирмы Мэма. Их новинка – Мэма Аргентина. Здесь роза, ут, жасмин, амбретто, магнолия. Я здесь очень сильно чувствую розу, которая мне не нравится. Также я здесь чувствую ут, поэтому роза с удом – мои самые нелюбимые две ноты в парфюмерии. Они здесь присутствуют, поэтому Аргентина Мэма не мое. Хотя здесь такие красивые картинки. Какие-то, знаете, такие красивые иллюстрации, но нет, не мое. Еще одна новинка от Мэма 2020 года – это Мэма Синтра. Молоко с розой с маршмеллоу, мускусом, карамелью, жасмином и цветком апельсина. Очень такой, знаете, интересный парфюм, такой очень легкий, как для парфюмов Мэма, потому что Мэма прям такие забористые обычно парфюмы, но тоже как-то так пока не вызывает желания его купить. Что-то такое прям очень сильно намешанный коктейль. Возможно, нужно его как-то поразнашивать на коже, но вот пока желания купить не возникло. Мэма Синтра. Итальянская кожа Мэма. Напишите, кстати, какая вам нравится больше аромат от Мэма. Итальянская, африканская, французская кожа. В итальянской коже здесь шалфей, таиландский бальзам, лист томата. И вот это все как-то так приглушает и уводит в какую-то такую зелень этот аромат. Ну, естественно, много древесных нот, мускус. Но это больше такой, знаете, какой-то лечебный отвар, поэтому тоже мимо меня этот парфюм. В африканской коже есть кардамон, кожа ут, мускус, герань, пачули, ветивер. Здесь для меня слишком много уда и много кардамона. Может быть, знаете, для такого сигарного клуба где-то я бы видела это на каком-то мужчине, африканскую кожу. Но это явно не женский парфюм, поэтому тоже мимо меня. Следующий у меня два от Леванта, дорогой очень парфюмерии, Бодичея. Бодичея де Викторис. У меня аромат Хануман. Здесь много цветов, османтус, нероли, магнолия, базе, амбра, мускус и сандал. Многие пишут, что этот аромат похож на Балдафрик Байреда. Я с вами соглашусь, это действительно похоже на Байреда, и платить какие-то огромные безумные деньги за этот флакон смысла не вижу, ничего особенного в нем нет, но аромат неплохой, красивый, в духе Байреда Балдафрик. Также от Байдичея у меня есть аромат Ангелик, мне писала зрительница моя, что это ее любимый парфюм. Яблоко, мускатный шалфей, кардамон, дамасская роза, древесные ноты и мускус в базе. Такой, да, неплохой аромат. Такой он и свежий, и сладкий, и цветочный. Возможно, присмотрюсь. Даже такого вроде похожего нет. Такой свежий, цветочный аромат на древесной базе. Следующие ароматы будут парфюмерного дома Мансерра. Первый аромат – Мансерра Сахариан Вайнд. Я его даже распылять не буду, потому что я сразу вам скажу, что он мне не понравился. Здесь на старте кожа. Также здесь очень много всяких разных нот перечислено. Лаванда, ландыш, табак. Я ничего там не чувствую, кроме вот этой назойливой ноты кожи, которая мне здесь абсолютно неприятна. Поэтому новинка 2020 года в парфюмерном доме Мансерра. Ветер Сахары мне не понравился. Мимо меня это 100% кожаный аромат, который мне не нравится. Также мне не понравилась новинка Мансерра Феминити. Это тоже новинка 2020 года. И это сестра-близнец, либо брат-близнец, аромат Бакара Руж 540. Хотя здесь ландыш, жасмин, гелиотроп, карамель, но вот дубовый мох. Вот этот дубовый мох здесь присутствует. В общем, Мансерра Феминити – это разбавленный Мансерра Instant Crush. Это не мои ароматы, поэтому тоже мимо меня. Еще один очень популярный аромат – Цитрат Буа Мансерра.
Тут много фруктовых нот, лимон, кедр, кожа, мох. Это очень хороший мужской аромат. Здесь цитрусы. Это похоже, кстати, на Wild Fruits, но это более мужскую сторону. Здесь такая прям мужская древесная база. Поэтому хороший аромат, но для мужчин. Цедрат Буа Мансера. Еще один аромат. Хотела что-то новенькое попробовать у Мансера. Заказала пробник Oud Blue Notes. Здесь тоже много цитрусовых, лимон, фрукты, зеленые ноты, гавайак и кожи. Вот эта кожа в базе, хотя она здесь такая прибитая цитрусами, но она мне здесь не нравится. Также здесь есть сладость иланга некая. Может быть, для мужчины подойдет, но для женщины это чересчур. Поэтому тоже мимо меня. Мансера Oud Blue Notes. Еще один аромат Мансера – Amber Fever. Лесной орех, бобы тонко, жасмин, мускус, тиковое дерево. То есть Amber Fever – это получается янтарная лихорадка в переводе. И действительно, здесь очень много смол. И такой достаточно неплохой аромат, но больше мужскую сторону. Мансера Amber Fever. И мы на 50-м аромате. Это Монталь Red Vetiver. Vetiver, грейпфрут, кедр, пачули, перуанский бальзам. Такой неплохой аромат, как для мужского. Хороший ветивер. Чувствуется такой дымок, знаете, ветивера, плюс что-то сладкое. Возможно, этот перуанский бальзам так красиво оттеняет ветивер. Поэтому такой хороший вариант. Монталь Red Vetiver, но не для женщины. На женщине не вижу, поэтому мимо меня. И на этом я закончу первую часть своего видео. Первые 50 ароматов вам показала. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о втором видео, второй части. Поэтому не прощаюсь с вами. Увидимся в продолжении. Всех целую. Всем пока.